Второй обзорчик со сегодня. Индивидуальный рацион питания номер 5. Посмотрим, что тут у нас. Выпускает его город Липецк. Грязи. Город грязи, вернее, Липецкая область. Ну что, открываем. Все тоже и размеры, и расфасовка, в принципе. Самое интересное, что же там внутри, на что упор. В предыдущем пайке был на говядину упор. Посмотрим, что здесь. Ну, упаковку мы не будем рассматривать, начнем по порядку. Значит, соль, перчик, поливитаминки, для обеззаражки воды таблетки, чем разогревать. Поехали дальше. Значит, сырок плавленый, икра из овощей. Вот она, тушеночка у нас, говядинка, гуляш с картошкой, тоже самое с говядиной, прошу прощения. И вот так, новинка, так сказать, для меня. Еще никогда я не ел сухпай, рис с курицей и овощами. Пюрешка из яблок. Вот, сахар, песок, чай, кофе, сливки. Два сорта галет. Это тоже в предыдущих пайках мы видели. Типа юпи. Салфеточки. Соленый шпик. Паштет нежный. Опа, резкость не наводится. Фарш. Колбасный, любительский. Ну, в общем, что? Из того, что я, как говорится, не пробовал, тут у нас получается гуляш с картошкой. Тушенки я еще ни разу не ел у них. Вот. Рис с овощами и с курочкой тоже как бы первый раз попадается. И еще одно отличие. Это мелочи, конечно, но все равно прикольно. Спички везде разных цветов. Для примера, предыдущий паек, четвертый, там спички синие. Тут они серые. Как будто это играет какую-то роль. Ну, мелочи, а все равно, конечно, прикольно. Ну вот он и весь у нас паёк. В принципе, достаточно питательный и разнообразный. Вот и все. Всем удачи. Спасибо за внимание. Пока-пока.